Эта картина дышит ощущением материнского счастья, выраженного в нежных объятиях. Она вдохновляла художников, писателей, поэтов, увлеченных все разраставшимся мифом о Рафаэле. Форма рамы определяет круговое движение, в соответствии с которым строится вся композиция, даже расположение ножек младенца. Цветовое решение картины также сферично. Эффект особой мягкости колорита достигается благодаря тому, как подобраны соседствующие тона, от более холодных по бокам к теплым в середине, что привлекает внимание зрителя к центру композиции. Картине предшествовала долгая подготовительная работа, отразившаяся в частности в «Мадонне с портьерой», где тот же сюжет решен прямоугольной композицией. Она была написана в одно время с «Мадонной в кресле», и в персонажах нетрудно заметить весьма значительное сходство между двумя картинами. Дева Мария сидит в парадном кресле, предназначенном для высоких должностных лиц папского двора. Заказчик картины неизвестен, хотя существует гипотеза, согласно которой и мог быть сам папа Лев X. Во всяком случае, есть свидетельство, что в 1589 году картина уже была у Уффици во Флоренции.